присяги является знаменательным событием для каждого поступающего на службу молодого полицейского. На торжественном мероприятии присутствовали личный состав центра, начальник главного управления МВД по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков, родные и друзья выпускников. Сегодня мы дали обещание Российской Федерации и ее народу не щадить своих сил в борьбе с преступностью. И это, несомненно, поступок достойный настоящего гражданина. Быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности. Торжественные слова присяги, произнесенные в этот день выпускником центра Александром Юдиным, разделили жизнь младшего лейтенанта надвое. Вчера еще он был слушателем, а завтра начнет службу в органах внутренних дел. Исполнять долг, защищать родину, народ. Во время обучения учащиеся занимались сразу по нескольким служебно-боевым дисциплинам – огневой, физической подготовки, изучали основы криминалистики и специальной техники, оказание первой медицинской помощи и основы судебно-медицинской подготовки. Для Дмитрия Сулина это вторая присяга в жизни. Первую он принимал, служа в рядах вооруженных сил. Будем бороться с преступностью, поддерживать порядок в нашей стране. Эта торжественная минута волнительна не только для выпускников центра. Их близкие приехали, чтобы разделить момент радости своих дочерей, сыновей, сестер и братьев, вступающих на благородный и непростой путь. Очень мечтала сама, но так не получилось в жизни. И мечтала дочку, и вот дождалась своей мечты. И она очень, довольна очень сама дочка, нравится ей, будет служить. 472 выпускника в этот день торжественно присягнули на верность служения Родине. Уже завтра все они начнут свою службу в территориальных органах МВД России. На ваших плечах лежит ответственность как за судьбу страны, за сохранение государства в целом, так и за лично, так как жизнь и здоровье каждого гражданина нашей страны. Татьяна Брулова, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.